Привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаделика, а мы продолжаем играть в Far Cry 3, и мы тут на острове Хойта. Да, мы приземлились на остров Хойта в конце серии и идем, как говорит задание, забирать машину у пиратов. Я так понимаю, не вот этот грузовик, а нормальную машину. Или нет? Не знаю. Да, наверное, да. В ловушке надо идти? Слушай, мне кажется, она не близко. Открой еще раз карту. Это не вышка, это водонапорная башня. Короче, мы на чужом острове, тут наших уже нет, наших дурачков. Эх, которые будут кричать, что это все они. Одиночестве. Теперь придется нам самим. Больше, слушай, больше помощи от них мы не сможем дождаться. С их-то помощью, мне кажется, нам наоборот сейчас будет удобнее без них. Ой. Сода. Попсикл. Что такое попсикл? Уотер коконат. Ну ладно, кокосовая вода, содовая. Да. Догнац. Это хот-доги? Нет. Или нет, нац орехи. Дуджи. Дуджнац. Сложно сказать. Канкейк. А панкейк. Люмпия. Снеубред. Какой-то змеиный хлеб, что? Мороженое. Попсайкл. Не знаю, что такое попсайкл. Типа, нифиг знает. Не могу понять. Вообще, Dutch Nuts, вот это очень странное. Похоже на начало слова душ. Найдите Сэма в баре здоровый хрен. А, так и называется. Ну, ты как? Вот, я нашел его. Crazy Cock. Ну, только сумасшедший... Безумный... Сумасшедший... Что? Кок? Хрен. Вообще. Ладно, найти так найдем. Так. Военные? Опа. Желтенькие вот эти. Это хойтовские, что ли, люди? Я не знаю. А им вообще нормально, что мы здесь ходим? Они как бы вообще на нас норм. Ну, видимо, нас не знают. Эти. Здоровый хрен существует. Ну, ты что, не знал? Все хорошо. Ну, ему хорошо. А что у тебя все закрыто-то? А он культурный человек, чтобы не разбрасываться. Он обратно завинтил. Этому очень хорошо. Ладно. Допустим. Пойдемте в здоровый хрен. Что бы это ни значило. Ну, пойдем. Хрен — это от слова хрен или это от слова или это растение? Там же кок написано. А, это да, не от слова растение. Да-да-да. Получается другой перевод. Гана. Это мускулинность какая-то. В смысле? Ты как она ноги раздвинула. Она доминирует над тобой. Ладно. Слышь ты, Сэм. Эй, эй. Пиво? Да. Да. Давай пивка. Нормально, блин. Эй, эй. Можно же, норм. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Что, например? Посвисти, иди. Нет, не надо свистеть. Надо показать, что у меня есть бабосики. Думаешь? Слышишь, у меня есть бабки. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? В смысле? Вот, бабосики. Хорошо. Я же тебе говорю, бабосики показал. А почему он решает, в игре он или нет? Разве не чуваки, которые там сидят, должны решать, в игре он или нет? Только люди с бабосиками. Это стандартное правило. Знаешь, в любых играх покажешь бабосики, и все тебя пропускают везде. Ну, понятное дело. При том даже не обязательно их отдавать, надо только показать. Что, придется играть в покер? Никто не хотел, играет, но играем в покер. Сказать? Играем в покерочек. Надо еще и обыграть, наверное. Хуй знает, если честно. Фига он как выглядит. Добро это Сэм? Пожаловать в игру. Салага. Салага. А ты как, по лицу определил, что он салага? Салага. Такое слово салага. Это ж типа... Нуб. Нет, понятно, по самому себе значение слова салага. Салат. Салага. А, играем? Ну, играем. Ладно, играем, хорошо.
Что? Давайте. А да. Чё они, а чё, как они без нас играли, если четвертого не было? Или втроём можно? Так можно втроём что-то. Даже вдвоём можно. Нет, без меня. Отвечаю. Я отвечу. Да я тоже, я тоже. Я тоже хочу. Чек. Оставлю. Ты пропустил ход? Нет, почему? Я просто оставил. Чек. Написано, пропустил ход. Угу. Угу. Так, давай-ка. Ой, все, я вообще, я в это не давай-ка играю. Давай-ка вот так вот. Я тут молча посижу. Поднимаем. Да не ругайся ты. Мы культурные живые, не материмся. Скидываешь? Ну это вот просто... Ну все, проиграли все. Что я могу сказать? Я выиграл. Просто салаги, салаги. Ты думаешь? Давайте дальше. Кто следующий? Так, что у меня там на руке? О-о-о-о. А разве у фишек не должно быть... Опа. Не должен быть номинал? А. Тут-тут. Это гимн, что ли? Да, это американский гимн. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Мне надоело. Я выхожу. Уже? Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, нет, да, Сэм. Это я так. Гуд. 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 Джейсон хуёво свистит, если что-то пошло. Я, конечно, вообще свистеть не умею, но в лоб даже не попал толком. Думаю, с меня хватит. Ты сыграл одну игру. Ну и катись. Вот это да! Это угроза была. Ну и кать, ну и вошел нахер отсюда. Да, не говори. Да прям просто, блин, какой-то магический остров, я тебе скажу. Ну ладно. Исчезли все. Три слепые мышки? Кто из них слепая мышка? Опа. На кого ты работаешь? На Уиллиса. Да вообще на себя. Я. На Цитру. От Уиллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Лос! Лос, лос! Ну, пойдем. Лось-лось? Лось-лось. Так, лос-лос. Ага. Куда он пошел? Я не понимаю, как они так быстро ходят. Магия разработчиков. Так, а кстати, получается... Задание? Да. А, можно перезаписаться. Все, окей, ладно. Ту-ту-ту-ту. Слушай, а открой хоть карту, а? А что ее открывать-то? Мы на острове Хойта только пришли, вот. Ёперный театр. Сейчас будем потихоньку бензоколонку Херманса захватывать. То есть, получается, в желтом люди Хойта. Да. А на какой хуй они вас это тогда захватили? Что делаешь? По-моему, ему все равно. Я лишь могу реально предположить, что это была ловушка тогда, а они заявили, что там будут пленные, и вас захватили именно для того, чтобы Джейсон его спас. Хм. И вас мог его попробовать убить дважды. А есть магазины здесь? Нибу. Ну, наверное, есть там, когда ты захватишь, ту штуку, наверное, появится. Ну, интересно поселение. У него, кстати, получше выглядит, чем на островах. Ну, я не скажу, что шибко разница какая-то. Ну, у них как-то то по поселение, этому. Где Деннис на самом деле у живет. У них прям как-то это, как-то все есть. О, вот оно. Вот он наш, вот наш дом. А-а-а. Наш отлично. Соль. Тоже покер играют? А че нет-то? О, нифига себе, ты видал, что творится? Да, что-то да, что-то там очень много всего. D50. Этот пистолет отличается высокой убойной силой. Да нахуй. Пистолет, пулемет, БЗ-19 и вектор. А можно вектор? Вау! Ну какой-то. Он похож на степлер. Спас-12, неплохо. Автоматический дробовик появился. О-о-о! Вот этот дробовик классический. Что там со штурмовой? О! П4, П416, ладно. Что со снайперками? Опа, З90. Ох, нихера там! 50-ка калибра. А она с глушителем? По-моему, да. Это глушитель? Да. Ну, покупай.
Ну прям вот у нее убойность, прям убойность. Хотя и та на самом деле с первого раза валит. Ну тоже верно. Так, пулемет новый появился, МКГ. Не дробаш, я бы, конечно, купила бы тот. Он прям, Эйс? Он прям такой классический с виду, прям красота. Эйс. О, вот они где были. Ура! Ну все, закупайся. Ну да, тогда не покупаем. Денег у тебя немного. Денег у меня немного, но мне хватит хотя бы на вещи. И, наверное, наклады тогда уж это куда-нибудь. Нет, вот эти вот. Ты купил их уже, нет? Нет. А, нет. Да, бери какие-нибудь, первые хотя бы. Угу. Не то купил. Надо было вот здесь покупать. Да ладно, да, все вот уж. Мы тут же уже находимся. Да все уж. Ладно. Ничего страшного. Будем сейчас бабосики копить, что делать. Так, ладно. Неплохо. Обзавелись кладами. Путеводитель позже почитаем. Ну, поехали. Надо бы здесь область открыть. Как это сделать? Ну, надо к воде. Что хочешь? Можно мне? Там девушка где-то стояла, нет? Да, она просто стоит. Эх, так неинтересно. Или у нас Джейсон верен Цитре? Да, он никому не верен сейчас. В смысле никому? Он до этого был уверен в своей там девушке. Да не был он ей верен. Там сразу было понятно, что она бесячая. Чё хотишь? Чё делаешь? Дверь вскрывает. Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Ну, правильно. Меня повысили в звании из-за акцента. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Тихо, сука. Постой-ка. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Причем надо тебя под какими-то веществами. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта. Я-я. А он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Хм. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Татау? Ну. Татау, татау. Кто-то задумал. Най-най-най. Хотя я. Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Спереденит нас. Ты не должен выделяться. Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого... Свяжись со мной на этой частоте. На этой? Нравится на этой частоте. Оборотень. Ну, ладно. Вот это пафосно на самом деле звучит. Читать Денис, нужно. Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да. А ты, блядь, все знаешь. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все татау будут твоими. Если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. У меня такое... Я знаю, что делаю. Удачи. Просто у меня такое чувство... У меня такое либо чувство, но, блин, будет тупо, если Джейсон не придет к Цитре и туда к этим Татау и не перебивает их еще до кучи. Почему? А потому что они тоже какие-то сомнительные. Тоже что хотят вообще непонятно. Все что-то хотят от Джейсона. Цитра? Цитра... Не, они хотят, чтобы их остров был свободен, потому что их, получается, захватили на наркодилеры всякие. Вот. Им, конечно же, понятное дело, некомфортно. А, Цитра? Цитра просто хочет себе белого мальчика в комплект. Ну, хотите больше денег? Ну, давайте. А что Джейсон еще делает? Получайте на 20. Давай, больше денег, больше всего. Хорошо. О, немножко еще нарисовал. Я почти рукав забил. Я бы так могла рукав забить. Выжигает тебе рукав, ты же видишь. Оно само такой раз и появляется.
Им нормально тут трупы валяются вообще, норм? Он какой-то... Мятая пачка сигарет. Между прочим, он труп облапал. Джейсон, это не, выглядит неприлично. Мятая пачка сигарет. Я не могу. И он находит покупателя еще на это, не очень самое забавляет. Да, говори. Так, ладно. Новобранцев, говорит, высаживают на... Ой, ну пойдем за колонку отвезти по пути, что? Давай. Хотя зачем? Ну, хоть меня не знают лицо, а уже будет мне принадлежать. И потом сначала нужно будет остров открыть, а потом уже... Ну, понятное дело. Ну, у него остров какой-то неплохо выглядит так-то. По-моему, выглядит точно так же, как тот, на котором мы бегали. Так, ой, вот а там этот идем. Маяк, это мы этот видим, что ли? Нет, не этот маяк. И вон. Ну вот я говорю, мы по карте какой маяк видим? Какой он маяк? Выше был или где? Не, это не этот. А может этот? Это этот, это ты просто тебе нужно карту ближе приблизить. Так, сразу смотри по этим сигналкам. Сигналку вижу. А это нет, есть смысл, кстати, эту снайперку купить. Если она с глушаком, то получается, что ты... У тебя будет снайперка тихая, но сильная, как та снайперка. Ну, это... О, нифига себе, уже закат. Ну, красиво. Выбей сначала, у тебя вон справа этот. Сигналка. Да, сигналка-то, бог с ним, пусть стоит. Я сейчас до нее доберусь. Ага, там эти тяжеловесы. Давай-ка вот этого снимем отсюда сразу. А сразу спалил кто-то. Интересно. Они да, что, ну они так, они типа подпалили, но не до конца. Нифига себе, блин, они все в твою сторону немножечко тут бегут. Да пусть бегут. Какого чё? Может, его труп упал сверху? Нет, он там лежит. Осторожно, подойди к провалу. Хочу я к провалу подходить. Какой они компании бегут? Это как утка и утята. Дождик пошел, давайте по домам. Четыре долбоеб. Кинь в них эту гранату, сколько можно-то? Да не надо, там сейчас этот потом включит этот. Тревогу, блин. Так ты ее выруби! Ой, они так удобно стояли все вместе, ты мог сразу всех вырубить. Подожди, там еще один, что ли? В дождь, кстати, вообще удобно, по идее, да? То есть это будет минимальные какие-то шумы. Эх. Ха! Попал? Да. Я вам пошел включать. Так, допустим. А где сигналка? Вырубил бы сразу. Вот она. Не то нажал. Ну, ломать не это. Не строить. Там еще одна сигналка справа. Я видел. Но тут идет вот чувак. У тебя есть дезинтегратор. Не надо. Да что ты? Ты что ты хотел сделать? Серьезно? Зарезал, просто зарезал ее. Врубай, хуя. Нахер оно нужно? Выключи. Да ты что, дурак, что ли? Вы откуда... А, это просто катающиеся. Ну ладно, сигналку я уже выключу, так что ну, назвать. Да. Ты... Какой он мощный, да? А что ты делаешь там? Сигналку хотел включить, что ли? Ну да. Ну давай, подкрепление, на. Как тебе подкрепление? Обалдеть. А наши же сюда не приедут? Друзья, посмотрим, кстати. Нет, сюда едут. Сюда едет? Как это вообще? О.
Даже здесь. То есть, подожди, мы сейчас, чтобы попасть на остров Хойта, летели самолетом в сторону Сингапура, чтобы в Россию, да, Уиллис попал. Они просто приехали на готовенько. Красавчики, да? Бремя отцовства. Чего? Задание какое-то появилось. Бремя отцовства. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут было прекрасно. И снова будет. И снова будет. Я чего-то не понимаю. О, нифига, у них бабосиков-то. Слушай. А у них так-то их нормально. Ну тогда тырь. Да, блин. Ну же, давай. Ну ладно. Так, ладно, что-то у нас. Чтобы идти по пути воина, тебе... Наемник окопался неподалеку от японских бункеров. Ну понятно, ножом как истинный. Да-да-да, как истинный воин. Убей ножом. Убей ножом, еще чем-нибудь. Ножом. Там вот справа этот. Вышка. О, вот можно и до вышки дойти, сколько там. А, ну вот, да. Сразу же можно. Голосуйте за. Да, за президента. Это? Два. Надежда, что-то там еще было. Подожди. Action Apart. Это типа позиция? Надежда? Надежда, что-то там, не знаю. Типа защитить позицию или что? Защитить действие. Что такое? Защита действий, так сказать. Ладно. Ну, английский не наш конек. То есть ты даже так решил, да? Не будешь смотреть, кто из них кто? Это не те, что мне нужны. Я поняла. Повернешься? Там еще двое. За горой где-то они там. Действительно. А кто-то наверху был? Да-да-да, только я зачем-то пистолет достал вместо того, чтобы нож достать. Интересно. А может, у него не было ножа? Может быть такое? Да всякое может быть. Не, по идее, у них, наверное, у всех должны быть ножи, конечно. Здорово. Дядя, ты нам нужен. Прости. Вы сами в шоке, я не поверишь. Какого? Вот и я не знаю, какого. Че? Че-то кто-то еще болтает. Чего? Я тоже не поняла, кто там. О, где-то рядом прям. Ладно. Ладно, хер с ним. Так, по... А, во! Ублюдок! Кто? Ты. Не надо, чувак, стрелять из этой херни. Фига себе, блин. Ладно. Вот это он монстр. Сохранить, что ли? После таблетка, такого таблетка дельца. Таблетка для очистки воды. Сохранить, говорю. Сохраниться. Пойдем вышку, что ли, включим? Да, давай, надо бы, а то там... Вон она, я ее вижу. Не очень удобно ходить по какой-то синей неведомой херне вместо карты. Наши, как всегда, дрифтят. Это наши? Ну. Это желтенькие, нет?
да, наш? Да, хер ты них. Ладно. Вышка-вышечка. Ну так-то она рядышком совсем. Ду-ду-дун. Вот какая-то другая музычка тут играет какой-то. Дурацкая музычка, мне не нравится. Ду-дун. Это как в лифте как будто едешь. Вот как в лифте, да, согласна, есть что-то такое. Фига. А нет, сейчас нормально она пошла. Начало, короче, было не очень. Нам прилетит опять этот... Авторские права. Где там? Тук-тук-тук. О, здесь нормальная вышка, что ли? Ну, хоть, видимо, нет, немножко ненормальная все-таки. Может, хоть заботиться здесь о вышках. Возможно. Да. Ай. Что-то мне такое чувство, что кто-то меня хотел спалить. Да, Джейсон, что ты делаешь? Ты как Давай он завязывай так. Такие лазания нам не нужны. Как это? Что? Сюда. Господи. Я накаркала, Джейсон, прости. Я думала, что тут нормальная вышка, понимаешь? Вот это изврат. Да нет, Джейсон! Ты как-то поосторожнее, что ли? Опять вот это странное. А он здесь автоматически, видимо, да, так забирает. Да, у него тут, в принципе, такой, так залазит. Что-то какой-то вообще, это не ушко, это какой-то кошмар. И что делать-то? Кошмар. Фу, блин. У меня сейчас дурно будет. Так, тут-то, тут-то, тут-то. Куда? Ну, слава богу, ладно. И до этого мы добрались. Ладно. Слава тебе, господи. Так. Угу, ящичек мой любимый. Бусы. И 38 баксов. Так, ломай давай. Молодец. Ну, уходит-то тут ничего необычного, тут то же самое. Да, да. Это включает. Пара лишних деталей. Ну, мельница тут есть. Это, наверное. Место отдыха, не да, знаю. Да, походу, чей-то человый домик. Ну, вот еще более человый есть. Да-да-да. Ладно, три бомжатских поселения. Это показали градацию домов. Ты далеко пошел? Зажиточные живут, менее обеспеченные и бомжи. И смотри, получается, где-то под вышкой, постой, у нас задание где-то под вышкой было. У нас под вышкой прям реликвия. Реликвия под вышкой? Серьезно? Да подожди, реликвия сейчас показывает, что она не внизу, она как будто... Даже не помечает. А она не на вышке стоит? Потому что, смотри, она как будто с нами на одном этом уровне. Нет, вон она там. А? Ну ладно. Тогда спускайся вниз, что-нибудь. Ну, давай. Ой, прямо задание было. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А, она еще ниже. А еще ниже? Она в подземельях прям. Ну, как всегда, короче. Она где-то, да, вот, видимо, где-то тут пещеру проход. Ну, пойдем тогда это. Твоя любимая доставка медикаментов? Любимая доставка медикаментов. Как люди-то помрут же без меня? Действительно. Кто, если не Джейсон? Да, ждали, когда появится рандомный человек, который выполнит задание. Орёт она. Доберитесь по сигналам, пока не ушло время. А, до места сброса груза? Сброса? Что-то новое, это не медикаменты уже? Почему? У тебя же... Сбор припасов какие-то. Ну это, видимо, не медикаменты означает, а помощь. До места сброса груза доберемся. Не нервничайте! Они такие, мы наслышаны о том, как ты ездишь, поэтому мы сделали маршрут по твоему вкусу. Нормально все, не переживайте. Так, подожди, там кто-то это... Я не переживаю. Кто-то против, кто-то против меня там. Нормально все. Едем. Как маршрут, как я люблю.
Да-да-да, вот прям. Прям едем не по дорогам, а по лесам. Да-да-да. Хер пойми как. Доехали. Держи, забирай. Угу. Ты там кого-то, походу, стригерил малость. Выйди в карту. Ладно. А, чё? Ну мы, да? А, всё? Угу. Да иди ты нахер! Цитра обещала. Ладно. Да, продолжим уже в следующей покурим серии. С ним, да. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.